Вот и подошел к концу долгожданный и любимый всеми детьми 10-й фестиваль «Тепло детских сердец», который по традиции проходил в лагере Самородова с 7 по 11 сентября. Более 400 мальчишек и девчонок из детских домов и интернатов Оренбуржья и Республики Казахстан весь год с нетерпением ждали этого праздника. В лагере Самородова мне очень понравилось. Я там провел 5 дней, и эти 5 дней были настолько, что мне этого хватит до следующего года. Мне больше понравилась работа в пресс-центре, потому что в пресс-центр, когда ходишь, иногда бывает скучно же вот так вот, и в пресс-центр идешь, там общаешься с друзьями, общаешься с коллегами. Организаторы фестиваля «Некоммерческое партнерство «Газпром» в Оренбуржье» на протяжении всех этих 9 лет старались своей заботой и вниманием согреть сердце каждого ребенка. И уже на следующий год вместо 5 счастливых дней подарят ребятам еще один, который будет посвящен экскурсии по Оренбургу. Ребята не хотят уезжать, им очень понравилось. Фестиваль юбилейный, поэтому были подарки. Самым лучшим ребятам дадут 6 путевок в лагерь Самородова дополнительно. Высаживали деревья. Каждое дерево, оно у нас, смотрим за ним весь год, ухаживается. И на следующий год те, кто приезжает повторно, в первую очередь бегут к деревьям. Тоже ухаживают за ними, смотрят за ними, как за подрастающими детьми. Все 18 делегаций из детских домов и интернатов Оренбуржья, а также Казахстана, были награждены подарками и ценными призами. Жюри поощрило каждого ребенка, который проявил себя в спорте и творчестве на протяжении конкурсных дней фестиваля. За этим фестивалем будущее, потому что мы теперь видим результаты нашей совместной деятельности. Наши дети ценят этот фестиваль, любят его. Бюджет юбилейного фестиваля составил почти 8 миллионов рублей, а всего за минувшие 9 лет на его проведение газовиками было направлено 57,5 миллионов. И как видно, по счастливым детским глазам и согретым сердцам не напрасно. Иван Бер, Вадим Нечаев, «Наше время».